Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Никита Образцов, и в сегодняшнем ролике хотел бы рассказать вам о гражданской религии. Это одна из самых интересных концепций в современной социологии религии, и в сегодняшнем коротком ролике я ознакомлю вас с основными понятиями, которые нужно усвоить для того, чтобы впоследствии замечать вокруг себя гражданскую религию и знать вообще, что это такое в принципе. Первым понятие гражданская религия в оборот ввел, конечно же, Жан-Жак Руссо в своей знаменитой книге «Общественный договор». Гражданскому договору посвящена 8 глава работы Жан-Жака Руссо «Общественный договор». А мы знаем, что Руссо наряду с Томасом Гоббсом и Джоном Локом ввел в оборот и в научную такую терминологию теорию общественного договора, теорию происхождения государства. Согласно этой теории, люди учреждают государство, заключая общественный договор для того, чтобы минимизировать негативные последствия несуществования государства. Жан-Жак Руссо здесь всегда через запятую с Джоном Локом и Томасом Гоббсом. В этой главе Жан-Жак Руссо выделяет три рода религии по отношению к обществу. И одна из таких религий как раз-таки гражданская религия. Процитирую. У этой религии есть свои догматы, свои обряды, свой внешний культ, предписываемый законами. Согласно концепции Жан-Жака Руссо, гражданская религия структурно идентична обычной религии. Это очень интересно. Но на место основного объекта поклонения ставится не божество, хотя божество там тоже имеет свое значение и имеет место, но все-таки первостепенное значение придается государству. Государство переходит в категорию сакрального. Вот то, о чем я многократно говорил, что для существования религии необходимо разделение на сакральное и профанное. Вот здесь государство и отдельные практики, отдельные проявления государства переносятся в разряд сакрального. Еще одна цитата Жан-Жака Руссо. Эта религия, делая отечество предметом почитания для граждан, учит их, что служить государству – это значит служить Богу-покровителю. Вот вам опять. Государство переходит в разряд сакрального. В этом суть гражданской религии. И из письма Руссо к Вольтеру. Кодекс человека или естественная религия должна быть дополнена своего рода исповеданием веры, которое могут предписывать законы. Таким образом, Жан-Жак Руссо ввел оборот термин «гражданская религия». И впоследствии, примерно 200 лет, этот термин был не очень актуален, его не использовали концептуально ни социологи религии, ни даже философы религии, но в 60-е годы 20 века знаменитый американский социолог Роберт Белла выпустил крайне влиятельное эссе, которое так и называется «Гражданская религия в Америке». Он актуализировал это понятие, и сегодня, по сути дела, понятие «гражданская религия» связано в первую очередь с именем Роберта Беллы. Это, знаете, как группа Нирвана, которая выпустила свой кавер на песню Дэвида Боуи «The Man Who Sold the World», и после этого в общественном сознании эта песня осталась за авторством Нирваны. Хотя Дэвид Боуи всегда говорил, что это не моя песня, ребята, не нужно так делать, это моя песня, вы малолетки глупые, он прямо злился на это. Вот я думаю, также Руссо злится сегодня на тех, кто считает, что гражданская религия – это категория полностью за авторством Роберта Белла. Это, конечно же, не так. Но Белла, конечно же, наполнил это понятие новыми смыслами, применив его к Соединенным Штатам Америки. Вот что он писал. «Мало кто осознает, что на самом деле существует независимо и обособленно от всех церквей детально разработанная и хорошо институционализированная гражданская религия Америки». Вот вам цитата Роберта Беллы. Белла считал, что в США установилась полноценная гражданская религия. Она во многом основана на христианских фигурах и образах. И, конечно же, на фигуре самого Бога мы знаем все, что на купюре 100-долларовой в США написано «In God We Trust». Но наряду с этим, наряду с сугубо религиозным представлением о жизни, в американской гражданской религии присутствует такая интересная вещь. Представление о том, что американская нация – это путеводная звезда, как бы путеводный ангел такой, который должен привести весь мир к процветанию, изобилию и демократии. И, на мой взгляд, во многом именно благодаря такому вот представлению о своей нации населению США удавалось время от времени скармливать очень успешно такие военные авантюры, как война во Вьетнаме, война в Ираке, война в Афганистане. То есть среди граждан Соединенных Штатов Америки присутствует такое представление, очень широко распространено, о том, что США представляют некие коллективные силы добра и возглавляет их против коллективных сил зла, который раньше олицетворял Советский Союз, сейчас в первую очередь Китай и его сателлиты. Мы будем бороться за демократию, против автократии, это борьба добра со злом. Естественно, это крайне наивное представление о мире, которое не учитывает вообще никакие факторы, по сути. Но это тот взгляд, который очень широко можно встретить и в том числе в современных либеральных медиа. Обратите на это внимание, если что. Очень важно, что гражданская религия объединяет всех представителей данной нации. Нации как именно граждан того или иного государства. Независимо от
пола, возраста, национальной, религиозной, политической принадлежности. Это все не имеет абсолютно никакого значения. Гражданская религия объединяет всех. Заметьте, можно быть атеистом, но при этом принадлежать гражданской религии. Это крайне интересный парадокс. И это позволяет нам переосмыслить наше отношение к религии. Ведь религия — это не просто вера в Бога или вера в сверхъестественное. Религия — это система практик и ценностей, связанных с сакральным. А в отдельных случаях сакральным может стать и государство, и восприятие истории, и восприятие своей какой-то исторической миссии. И заметьте, друзья, это не повод называть религией все подряд на свете. Это очень плохая идея. Ни атеизм, ни коммунизм, ни марксизм как таковые религиями не являются. Для того, чтобы они стали религиями, для того, чтобы они приобрели более полные черты религии, должно произойти что-то дополнительное. Например, какие-то категории марксизма должны перейти в разряд сакрального. И пока это не происходит, марксизм нельзя считать религией, несмотря на то, что какие-то структурные черты могут повторяться. Пожалуй, основной признак принятия этой гражданской религии — это восприятие как своих государственных праздников. В России это 9 мая, это День народного единства, который вроде как не очень хорошо устоялся в нашей стране. А в Соединенных Штатах это День Благодарения, это День Независимости. В других странах другие праздники. И вот вам еще одна цитата. «Так же, как День Благодарения, который, кстати, был навечно учрежден как ежегодный национальный праздник при президентстве Линкольна, служит для интеграции семьи в гражданскую религию, День памяти служит интеграции местного сообщества в национальный культ». Вместе с менее религиозным праздником, Днем Независимости США, и менее значительными празднованиями Дня ветеранов и Дня рождения Вашингтона и Линкольна, они обеспечивают ритуальный календарь гражданской религии. Элементы гражданской религии можно встретить не только в Соединенных Штатах, их можно встретить и в Японии, и в России, и во многих странах Юго-Восточной Азии, то есть это явление повсеместно распространенное. А вопрос отдельный в том, с какого момента можно отсчитывать появление гражданской религии. Дело в том, что на ранних стадиях развития общества, я бы даже сказал, вплоть до секуляризации 19-20 веков, вряд ли можно говорить о гражданской религии. Можно скорее говорить о том, что власть сакрализуется в этих обществах. А для того, чтобы возникла полноценная гражданская религия, нужна десакрализация власти, нужна полноценная секуляризация. И недаром сама концепция гражданской религии появляется в 18 веке, в первом полноценном веке вольнодумцев, таких как Руссо, Вольтер, Дидро и так далее. И вряд ли можно говорить о том, что высказывание Людовика XIV «государство — это я» — это проявление гражданской религии. Все-таки гражданская религия — это явление скорее новое и свежее. Часто говорят о квазирелигиозных явлениях в Корейской Народной Демократической Республике, в Китайской Народной Республике и, конечно же, в СССР. В частности, очень распространен тейк о том, что мавзолей Ленина, как две капли воды, похож на зиккурат. Если вам очень хочется проанализировать различные феномены советского прошлого с точки зрения религиозности, с точки зрения квазирелигиозной сущности советского государства и советского общества, то я предлагаю вам воспользоваться концепцией гражданской религии. Все полезные ссылки я оставлю в описании под роликом, чтобы вы могли подробнее ознакомиться с данной концепцией. В следующем видео, я сразу анонсирую, я подробнее поговорю о гражданской религии в той стране, в которой я нахожусь сейчас. Я думаю, что это будет очень и очень интересный ролик, потому что здесь сложилась полноценная гражданская религия. Поэтому не забывайте подписываться, ставить колокольчик, делиться видео с друзьями, для того, чтобы не пропустить последующие выпуски. Это видео, как всегда, в раннем доступе для моих подписчиков на Boosty. Кроме того, именно для Boosty я выкладываю конспекты лекций, выкладываю интересные дополнительные материалы, в частности, сценарий этого ролика будет выложен тоже на Boosty. Если вы хотите поддержать там мой канал, то, пожалуйста, переходите по ссылке в описании и выбирайте любую удобную для вас форму поддержки. Кроме того, с недавних пор у меня на канале появилась опция поддержки через криптовалюту. Вы можете тоже найти всю необходимую информацию по ссылке в описании. На этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Никита Образцов. До новых встреч!